Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Я Любовь Эфенхойсли, и сегодня в моем обзоре еще одно платье в стиле ирландского кружева, которое я связала сама. Я назвала его «Моя Швейцария», потому что оно цвета зеленых горных лугов Швейцарии, в которой я живу. Я вязала это платье 3 месяца. Это платье летнее, оно легкое и воздушное. Я связала его из тонких нитей и украсила объемными цветами и завитками. Платье в стиле ирландского кружева – это настоящее произведение искусства. Каждое платье уникально, как картина художника. Каждый элемент и мотив кружева вывязывается крючком отдельно и вливается в общую картину платья. Если вам понравилось мое платье, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. На моем канале много модных и интересных идей для вашего гардероба.